Привет, YouTube, привет подписчикам зрительного канала Technics Reviews. Сегодня обзор вот такого изделия, которое называется сидушка полевая. Изготовлена такая сидушка фирмой, украинской, надо сказать, фирмой P1J TAC. Professional 1 Group. Так называется фирма украинская, создана в 2012 году. Ну и приставка TAC, вероятно, обозначает тактическая. То есть фирма специализируется на производстве всевозможных видов снаряжения для армии в том числе. Сегодня смотрим вот такую сидушку. Что она собой представляет? В комплект входит ремень на фастексе. Вот такой ремень большой длины, регулируемый, то есть для различных видов подвески данной сидушки. Имеет кольца подвесные на липучках. Две штуки вот они находятся. Имеет две петли для подвески такой горизонтальной. И раскладывается на кнопках. В результате получается вот такое изделие. В чем состоят его особенности? Особенности данного изделия состоят в том, что оно может быть использовано для подвески в таком положении. И тогда при том, что человек садится, он сразу садится на данную сидушку, защищается ягодичная область и паховая область. Это изготовлено из кордуры 600D, то есть очень плотный, прочный материал. Внутри находится полиуретановая пена, которая имеет очень высокие теплозащитные свойства. Вот. Кроме того, можно использовать как для сидения, так как я показал. И точно так же можно использовать и для того, чтобы и прилечь. То есть в таком положении ее достаточно для того, чтобы лечь на плечо и на бедренный сустав. Получается, полностью тело защищено от контакта с грунтом. А ноги, это уже, скажем, вопрос второстепенный, потому что ноги имеют обуты в тепле, а тело не должно контактировать с грунтом. То есть в таком положении оно не будет контактировать с грунтом. То есть вот такая сидушка, которая в то же время может быть превращена в такой небольшого размера карима, который можно использовать как для сидения, так и для лежания. Вот. И отрадно то, что это изготовлено украинской фирмой. Я не показываю использование ремня. Ремень может применяться для любых видов подвески, то есть используя все те возможности, которые присутствуют на данном изделии. Вот такая вот полевая сидушка фирмы P1G TAC. На этом сегодня все. Пока-пока.